начинаем 20-21 декабря, чтобы успеть. Традиционный момент входит у нас все домашнее. Домашняя у нас свинья, там теленка держим, обязательно тушенки закрываем, колбасу, сало ставим. Стараемся, чтобы все было домашнее на столе. Шмалим ее, потому что, чтобы, когда я закрываю сало, чтобы обязательно была шкурка на сало. Это специально так. Ну, традиция такая у нас. Я сколько помню себя, всегда мы так делаем. Я никогда еще не срезал шкурку. В основном это так есть. Если у тебя домашняя есть скотина, которую ты режешь, те люди больше, как говорится, употребляют их. И на столе у них, как говорится, больше будет мяса. Это само собой.